Приставы и автоинспекторы устроили облаву на должников в одном из самых людных мест города – въезд в Абакан. Полицейские останавливают машины, исполнители здесь же, на месте, пробивают информацию по базе. Как правило, долго неплательщика ждать не приходится. Кто-то оправдывается – забыл, кто-то признается – денег нет. Бывает не всегда вовремя, но финансовые трудности. Прописано в Абакане? Да. Этот молодой баканец действительно может спать спокойно. Долгов не обнаружено. А вот водитель следом остановленного грузовика явно не рад такой встрече. Да, у гражданина имеется 8 административных штрафов на общую сумму 8000. Будто очнувшись, мужчина решает на месте погасить часть долга. Из кармана достает 3000 рублей. Но пристав все равно решает выписать должнику требования для явки в отдел. А пока не погашен долг до конца, мобильный телефон штрафника берут под арест. А этот житель Усть-Абакана рискует потерять автомобиль. Долгов по кредитам больше 600 тысяч рублей. Мужчина признается, отдавать нечем, а машина чужая. Почему люди не платят? Сегодня в базе данных судебных приставов Хакасии почти 200 тысяч должников, и четверть из них по автоштрафам. Общая сумма взысканий исчисляется даже не миллионами, миллиардами. Такие вот внезапные рейды на дорогах всей республики приставы и ГИБДД проводят практически еженедельно. Результат очевиден. Все, кого мы проверяем, к счастью для нас, да, к чести для водителей, являются добросовестными гражданами. То есть, если они имели когда-то штрафы ГИБДД, имели когда-то исполнительное производство, они, как правило, оплачивали. То есть, сегодня по практике вы видели, что примерно, ну, наверное, только каждый пятый из останавливаемых, да, являлся должником. Исполнители в очередной раз напоминают, узнать о своих долгах можно в любое время на сайте ведомства, а лучше всегда оплачивать вовремя. Тогда, глядишь, и настроение от такой встречи на дороге не испортится. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.